старому Фергюсу броски имели неоспоримые преимущества, так как удары по панцирю или шлему были бесполезны, а при падении тяжелый рыцарь зачастую получал травму. Кроме того, ему тяжело было снова подняться под грузом собственного вооружения. Каждый бросок имеет определенные составляющие, необходимые для его успешного выполнения с минимальными физическими затратами. Это тай собаки, маневрирование, кудзуши, вывод соперника из равновесия, цукури, вход в бросок, и каке, бросок как таковой, то есть падение противника. Сейчас вы видите 7 бросков из программы 5-го Кю Кодокан Синрю Дзюдзюцу. Чуть позже мы рассмотрим особенности выполнения каждого из них, раскладывая по элементам. Все броски можно условно подразделить на Тэ-вадза, броски руками, Тай-вадза, корпусные броски, и Аси-вадза, броски с помощью ног. Разделение это условно, по той причине, что в любом броске